Жену Кайдановского тайно похоронили, а супругу Эмили Кио парализовало. Из окружения 72-летнего народного артиста России Бориса Невзорова мы узнали, что он сейчас проходит лечение в одной из больниц Москвы. 8 декабря 2020 года молодая жена, бухгалтер Малого театра, где он служит, родила Невзорову дочку Анастасию. Так что молодого отца с нетерпением ждут дома. Близкие похудевшего на 100 килограммов Александра Семчева поведали, что на днях он решил сделать прививку от ковида, но во время процедуры упал в обморок. Сейчас с 52-летним любимцем публики все в порядке, продолжает выходить на сцену родного театра МХТ имени Чехова. 84-летняя актриса кино и дубляжа, цирковая артистка Элеонора Прохницкая, чей уникальный голос известен, наверное, всем любителям отечественного и зарубежного кино, по словам ее сиделки, парализованной почти не разговаривает. В таком состоянии первая супруга Бориса Владимирова, известного по роли Авдотьи Никитичны в дуэте с Вадимом Тонковым, а также одна из жен иллюзиониста Эмили Кио, находится последние полгода. Первую любовь, первую жену и мать первого ребенка Александра Кайдановского, Ирину Бычкову похоронили больше года назад. Мама умерла от ковида 2 января прошлого года, рассказала нам Дарья Кайдановская, которая в Ростове-на-Дону продает на ярмарке изготовленные собственными руками украшения. Буквально перед Новым годом у нее начался кашель. Маму забрали в больницу, врачи установили 25% поражения легких. Там ее не стало. Сложно было с похоронами, но как она и хотела, маму похоронили в могиле ее родителей в Ростове-на-Дону. После расставания с моим отцом замуж она так и не вышла. Я единственная дочка. И два внука, Ярослав и Степан, 32 и 22 года. Оба моих сына пока не женатые. С другой супругой отца, актрисой Евгенией Симоновой и ее дочками особо не общаемся.